Ты что там делаешь? Я играю. Всем привет. Привет. Привет, ребят, смотрите, тут у меня что-то не получается. Я пеку блины. Я не знаю, что случилось. Я уже пекла на сковородке, я уже пеку на вот этой вот сковородке, и у меня не получается. Вот что у меня получается. У меня первый раз такое. Но я не знаю, может быть, из-за того, что я вчера оставила тесто, я вчера пекла, было все хорошо. Я оставила тесто в холодильнике, потому что не успела, уже было поздно, думаю, допеку утром. И все, и не получается, может быть, тесто полежало и испортилось. Постояло, то есть полежало. И сейчас я добавила муки немножко. Представляете, вот это вот получается ерунда. И я не знаю, что делать. Так, ну что, пробуем. Сейчас я попробую испечь блинчик. Это уже все голодные кушать хотят. А мама все блинчики не испечет. Наливаем. Распределяем. Все. Теперь ждем. Ой, запотела? Ребенок убирает комнату. Какая ты молодец. Так, а что здесь валяется все? Чем-то здесь пахнет, не пойму. Ты чем-то побрызгала, что ли, какой-то запах? Получается? Приколела. Ну, видишь, она опять прилипает. Не поднимается. А нет. Ой. Мама, ну ты блин. Ура, получается. Ручками надо, ручками. Все, получилось. Спасла я тесто. Голодными не останемся. Так, все, блинчики. Блинчики уже почти все съели. Я даже не успела. Сидят там мадамы. Варенье, где мое варенье? Оно вкусно, говорит. Точно, варенье. Варенье, варенье. Понечку будем кормить. Ребят, представляете, у нас закончился собачий корм. Я совсем забыла, что магазины-то у нас закрыты все. Сейчас только через интернет можно покупать. И нам собаку кормить нечем. Вот остался пакетик вкусняшки. С вкусняшками. Ну, наверное, может быть, ей что-то сварить. Я уже заказала через интернет. Когда придет? Собачий корм, но я надеюсь, что придет на этой неделе. Может быть, в пятницу или в субботу. Может, раньше. Собака у нас без еды осталась. Я, конечно, тоже не хочу кормить ее нашей едой. Как бы не очень это хорошо. Но либо курочку сварить ей надо. Или пойдем к соседям за едой. К соседям? У соседей нет. А, у нас есть у соседей. Ну да, будем сейчас находить. Дайте нам, пожалуйста, собачий корм. Когда я купила? Я вчера купила. А сегодня что? Понедельник, так, вторник. Ну, я надеюсь, на этой неделе привезут уже. Сегодня что, митвох? Сегодня? Нет. Нет, сегодня вторник. Динстаг. Вообще, в продуктовых магазинах у нас продают собачий корм, но это другая марка. Как я, насколько я знаю, нельзя собаке давать. Вот если она, допустим, кормишь ее кормом одной марки, то значит так нужно продолжать ее кормить. И не вводить другой прикорм, либо у нее могут, в общем, проблемы быть. Вкусно, да? Больше тебе не дам. Вкусненько. А мы сидим дома, каникулы у нас проходят дома все, погода вообще ужасная, каждый день дожди, снега нет. Вот, поэтому мы скучаем. Скучаем дома, никуда не поехать, нигде не погулять. Новая кукла Билли Айлиш, сколько она стоит? 33, 34. Угу. И новый мерч. Новый мерч? Хочу вот такую куклу, эту куклу. Это уже нету? Как нет, есть. Так ты же говорила, что ее раскупили уже. А хотели мы поехать на каникулы в горы, на лыжах покататься, но опять же у нас не получается, потому что заболела бабушка наша. Некому оставить, да? Лилита заболела. Правда? Она еще болеет. Она уже где-то неделю болеет. В общем, нам не с кем оставить Макса и Каролину, поэтому мы никуда не едем. Она у нас, или что, это йогурт? А, йогурт еще ей налили, она йогурт пьет у нас. Вот, напила она йогурт. На! Перекусила. Ксюш, называй ее, пожалуйста, по имени. Ее зовут Бонни. Что ты ей каждый день даешь какое-то новое имя? Собака уже не понимает, почему ее
Постоянно зовут разным именем. На йогурчик попьет. Джуди, это не йогурт. Сама ты Джуди. А я сейчас буду мыть голову. Посмотрите, как у меня вообще отросла краска уже. Прошел год. Покраситься бы еще раз. Уже не знаю, каким шампунем пользоваться. Уже все шампуни, не знаю, перепробовали. Последний раз купила вот этот у Маргариты Ксюши. У них очень сильная аллергия. В общем, кожа у нее шелушится, у Ксюши и у Маргариты. Покупала я недавно вот такой вот натуральный шампунь. Здесь натуральные компоненты, все био. Ты мыла этим шампунем? Пробовала? Попробуй, вот этим надо мыть. У Маргариты вроде бы надо у нее спросить, потому что у них очень сильно шелушилась кожа на голове, прям такими кусками она отваливалась. Тебе шампунь твой помог новый? Да. Правда? Нет, да, у меня больше. Не чешется? Нет. И нету? Нет. Ты что будешь делать, покажи. А, Маргарита будет собирать какие-то штучки. А где твои крестики-нолики? Они делали игру крестики-нолики. Там Макси, Карлина поломали. И все поломали. Смотри, беги, Йота тоже без уха уже. Это все Каролина, это все Каролина. Она ломается очень быстро. Тут в кожу. У Ксюши проблема большая, у нее ногти вырастают в кожу на ногах. Ноги надо отрезать. С ума сошла, что ли? Ей очень больно, у нее воспаляется, у нее... Палец отрезать. Нет, язык тебе отрезать палец надо, отрезать. А не палец. Замолчи. Покажи, что ты делать будешь. Вот это. Пианино? Угу. Прикольно. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Я хочу... Мама, у нас нету массаж сделать. Ой, мне капает так. Мама, есть вот золотые, есть зеленые, еще есть розовые. У нас не было никогда. Я хочу сделать массаж. Батарейка села у меня. Мы там вот сейчас массажик сделаем. Почистим. Помочу. Все. Теперь я... Видите, оно покраснело все. Теперь все я смываю. Умываюсь. Так, вот я здесь закончила. Вот закончила с первым. Не знаю, если сделать второй или поискать дальше. Ух ты, мороженка, какое милое. Давайте сделаем мороженку. Но у меня нету такого. Такого коричневого, светло-коричневый. Очень мило. Давайте сделаем вот эти вот. Начинаем сверху. Вот, смотрите, как у меня получилось. Вот. Вот здесь вот внизу я еще нашла, смотрите. Вот, это Спанч Боб, мистер Краб, Тадеус и это Патрик. Мне сначала нужно идти погладить вот это вот, и потом приду. Ты будешь сейчас гладить? Угу. Это, как это называют? Папка приехал с работы, привез на вкусняшку. Дотронулась? Горячо? Ребят, кто нас давно уже смотрит, помните, каждый февраль в Швейцарии проходит карнавал. Такой страшный, с страшными масками, с музыкой. Так вот, в этом году никакого карнавала не будет. Но зато у нас один день дольше ферия. Да. У нас вот. В понедельник нету школы. Продают вот эти вот вкусняшки праздничные, но фастов не будет. К сожалению. Я не ел. Я готовлю кушать вот такие вот ракушки. Но у меня фарша не хватило, поэтому будут вот такие вот пустые тоже. Сейчас я порежу морковку, лучок. Сделаю зажарку, бульончик и буду готовить. Все, завела я ракушечки. Теперь вот это все готовится, варится, тушится. Я буду рисовать по уроку на YouTube. Вот тут он рисует. Что я буду начинать?
все, всем приятного аппетита. Садимся кушать. Бонечка, ты уже покушала. Тебя покормили. Получилось вкусно. Только они немножко такие раскрытые, да? Мясо не вываливается. Что-то у меня вообще все без мяса. А вот с мясом. Я отправила запрос на твою кнопку. Ребят, мне пришло это оповещение, что Маргарита может получить свою кнопочку серебряную. Я написала адрес и... Ух ты, попугайчик, это же Маргарита делала. Да. Твоя кнопка будет готова где-то в течение 2 недель, наверное, что такое. Ну, в общем, в течение месяца, наверное, скорее всего, она придет. Это у нее такой светильничек. Я не знаю, показывали мы или нет, но Маргарита в этом, в Инстаграм точно показывала. Вот такой вот светильник. Классный. Видите, как он светит. Тут можно цвета менять тоже. Знаете, как успокаивает. Я бы себе тоже в такой в комнате поставила. Классный. И вот они двигаются, видите, как будто водичка. Можно быстрее сделать. Мама, да? Ты! Сейчас вот здесь вот можно менять белый. Вот он. Белый. Такой вот. Это можно белый менять. И синий. Да, белый и синий. Ты должна... Вот еще зелененький добавился. О, даже красный с зеленым. Маргарита, полей свою пальмочку, пожалуйста. Да, потрогай, по-моему, земля сухая. Да? Да, о. Нужно полить. Сколько нужно? Ты какой классный получился. Как его зовут? Это кто? Ну, это такой, этот... Это от кого-то у него есть скин. Как у Нинджа у него есть скин, а это у другого. Он у меня тоже есть. Fortnite. Прикольно. Один. Вот этот котик классный. Вот. Сильно просвечивает бумагу? Ну, я вот сюда. Это был дед, и это был... Так, а мы сейчас с Маргаритой будем снимать видео на ее канал. Мы уже готовы. Готовы? Угу. Начнем? Да. Будем начинать. Маргарита будет закупаться косметикой. Будет покупать косметику, так как у нас закрыты все магазины. Она будет покупать через интернет. Так, ребятки. Мы сейчас с Ксюшей будем считать монетки. Вот эти вот монетки, которые... Это все мое! Которые... Девчонки насобирали. Я! Потому что здесь, знаете, еще какие здесь... А помнишь, когда вы продавали ну, еще это в школе? Я больше продавала. Слаймы. Когда мы еще жили там, на старом адресе. Я больше. Да, Ксюша продавала слаймы своим одноклассникам. И сюда она денежки все складывала. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим, сколько у нас здесь. Давай считай. 100. Ну, 100, 200... 300. Это еще нет. Вот это 40. Вот это 300. Вместе с этим. Да. Тут еще есть. Так, ну, в общем, пока у нас 300. 380 нужно еще посчитать. Вот 386. Я думаю, 400 с чем. Да? Ну, посмотрим. Кто нет. Выиграет, кто ближе окажется к цифре, тот и получит эти деньги. Давай. Я думаю, что здесь 485. Чего так близко ко мне? Я хотела 485 сказать, потом ты так 400, ты так 80, ты так... В общем, давай тогда. Ты 485, да. А я 488. Кто будет ближе, тот и заберет деньги. Смотри, мы считали монетки. И мы теперь должны угадать, сколько там денег. Кто угадает, тот их получит. Mm-mm. Да. Я смотри. Нет, смотри, я тебе пример расскажу. Вот здесь 300. Нет, 360. 360. Почему вот здесь 360? 360 с чем-то? 386. А, 386. Ой, пардон. 386. Здесь мы не знаем, сколько. Ну, например, я думаю, что здесь... Несмотря на то, что... Правда? Здесь... Она... Мама сказала, что будет это все вместе 488. Да. А я сказала 485. Знаешь, вот кто будет ближе? Ближе. Конечно, мы точно не можем угадать. 480. 470. 480? 470. 470? Так, Маргарита, запомните, ребят, Маргарита 470. Ксюша, 485. И я 488. Ага. А что он сказал? 470. Да, 470. Да. Так, все запоминай. И завтра постараемся поехать с папой поменять эти денежки и посмотрим, сколько там будет. А мы еще давай еще с папой спросим. Угу. Давай. Так, в общем, мы сейчас еще с папой поиграем тоже. Лео!
Хочешь получить? Нет. Так, сейчас папе объясним правила. Мира. Это много. 507. Он сказал, что... Ты еще тоже фрлорады. Он сказал, что он думает там 552. Запомните, ребят, 550 франков. 552 франка сказал папа. Кому-то повезет. Я хочу купить собачку. Собаку на эти деньги не купишь. Куплю. И ты копи. Может быть, за 2 года, за 3 года накопишь? Деловые, деловушки. Нет, это станет моей собачьей. Деловые, деловушки. Спокойной ночи. Ты ее выгулила? Нет, не выгулила, выгули. Давно. Вот, давно час сейчас назад. Выгули. Час назад. Час все, спокойной ночи. Пока всем. Чё-то я как-то тебе криво подстригла, господи. Завтра опять нужно подстричь. Оно терпимый. Ага. Все, ложимся. Давайте. Спокойной ночи. Всем пока. Спокойной ночи. Всем пока. Пока-пока.